Интерактивное пространство с учетом возраста ребенка – именно так называют игровые комнаты в детских больницах. Задача проекта «Добрая комната» – помочь маленьким пациентам отвлечься от процедур и быстрее восстановиться. У нас уже открыта одна комната в Одинцовском городском округе. Моя коллега Лариса Евгеньевна Лазутина посещала, контролировала процесс создания этой комнаты. Как вы знаете, проект поддержан партией «Единая Россия», реализуется по всем территориям Московской области. Мы сегодня давали пресс-конференцию о второй очереди, и мы планируем до 1 июня к Дню защиты детей открыть еще 49 таких пространств. По пути к доктору – лабиринты, пешеходные дорожки и классики. В ожидании своей очереди ребята могут почитать, пообщаться друг с другом или раскрасить картинки. Ну а мягкий пол и соблюдение всех санитарных норм сделают путешествие к врачу безопасным. И мы тогда задумались тоже, как сделать так, чтобы обстановка в больнице способствовала тому, чтобы ребенок немножечко расслабился. Почему? Потому что понятно, что психологическая составляющая и медицинская составляющая, они идут рядом. Проект «Добрая комната» является приоритетным для подмосковного отделения «Единой России». У создателей много новых идей, которые в будущем смогут оценить посетители игровых зон. Ко Дню защиты детей в больницах округа откроют еще две добрых комнаты – в Одинцове и в Звенигороде. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».